Добрый день, уважаемые любители спорта. С вами Денис Самусеевич, YouTube-канал Спорт РБ. Сегодня мы находимся в бойцовском клубе «Димир», dimir.by. Ссылка на наш спортивный бойцовский клуб находится внизу в описании под этим видео. Так что переходите и приходите. Сразу же вам говорю, что экипировку для единоборств нам предоставляет спортивный магазин Big Sport. Ссылка на магазин также находится внизу в описании под этим видео. А сегодняшнее видео у нас на тему «Мощный, сильный удар ногой». Часто спортсмены, которые приходят в наш спортивный зал, да и все спортсмены, которые приходят заниматься любыми единоборствами, наносят удар просто так называемый ляп. Просто бросают ногу. Самое главное в ударе ногой – это техника. Сейчас я вам покажу три вида движения для того, чтобы усилить свой удар. Под каждый удар может быть своя сила удара. В первую очередь, самое главное, забрасываем правое колено. Вторую очередь заворачиваем бедро и поворачиваем левую стопу. Вы должны полностью проворачиваться на левой стопе, поворачивая правый тазобедренный сустав. И тогда вся масса тела идет в удар в ножку. И вот мы вкладываемся, полностью идет разворот. И полностью разворот. И заворачиваем левую стопу. Второе. Для того, чтобы был еще более сильный удар, я рекомендую левой ногой, левой ножкой делать на шаг вперед, на шаг, нашагиваем. Это мы придаем усилие, разгон, движение, динамику. Берем расстояние на один шаг дальше, чем от обычного удара ноги. Делаем резкий шаг вперед, запускаем свое тело как ядро и наносим правой ногой удар. И шаг, удар пошел. Возвращаемся назад. И шаг, удар. Вот такой динамикой мы увеличиваем силу удара как минимум в 2 или в 3 раза. Второе действие – это разножка. Стоим в стоечке, правая ножка стоит на месте в стоечке, левая ножка стоит в стоечке. Двумя ногами делаем, раскидываем ножки по сторонам. И после того, как мы разбросили ножки, возвращаем правую ногу в исходную, в удар. И разброс, удар пошел. И разброс, удар. И разброс, удар. И третье, заключительное действие, это у нас движение корпуса назад. Почему движение корпуса назад? Потому что вы сами знаете, для того, чтобы нанести правой рукой сильный мощный удар, мы разгоняемся и потом с правой руки наносим динамику вперед. Разгон, удар. Точно так же идет и удар ногой. Правая часть корпуса идет в динамика в правую сторону. Раз, и возвращаемся влево по часовой. Заворачиваю. Опять же, корпусом, правым ручками и правым плечом делаем движение в правую сторону, не задерживаясь, сразу же делаем движение в левую сторону. Раз, удар, резко. И раз, удар, раз, удар. Я вас уверяю, если вы научитесь вот этими тремя сильными, мощными ударами, то после одного удара лоу-кика неподготовленному спортсмену, врагу, противнику, человеку, бой дальше не продолжится. И для того, чтобы научиться этим всем ударам, рекомендую вам прийти в наш бойцовский клуб. Как вы видите сами, мы не лохи, вас всегда научим лучшие техники ведения поединка в экстремальных ситуациях жизни. Муай-тай, кикбоксинг, рукопашный бой, короче говоря, самооборона. Здоровья всем и побед! Приходите в наш бойцовский клуб. Ждем вас. Ссылка на наш зал, на наш клуб внизу в описании под этим видео. И не забудьте подписаться на канал.